Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Валентин Медведь. Вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». По-прежнему я мастер окарин, создаю прекрасные вот такие вот инструменты, которые очень люблю. Сам питаю к ним невероятную степень, вот прям проникаюсь при создании каждого инструмента. Они делаются полностью вручную, вот этими руками. И каждый инструмент неповторим. Это очень важно знать, потому что иногда просят, говорят, а есть ли еще такой? Нет, нет, повторить нельзя. Можно, конечно, сделать подобие, но повторить нельзя. Это керамика, материал. И каждый инструмент обладает вот каким-то своим неповторимым узором, орнаментом. В моих руках сейчас окарина в тональности фа. И строй у нее миксолидийский лад, средневековый, древний, очень красивый. Некоторые не знают, в чем же суть этого строя, а все очень просто. До пятого отверстия мы играем, когда это у нас минор, а последнее отверстие, оно полтона ниже, что дает нам возможность, играя от второго отверстия, получать минорные ноты. А если мы добавляем последнюю ноту, или же первую, да? Получается мажор. Вот. Здесь вы можете заметить вот такой вот узор, который напоминает отчасти кельтский. Он растительный, придуманный мной. Я его нигде не скопировал. Я часто, знаете, вот так бывает, смотрю на инструмент, беру карандаш и что-то вот начинаю вырисовывать. Бывает, стираю, а бывает, мне что-то вот сразу нравится. И в дальнейшем это все вырезается, процарапывается. И, конечно же, это орнамент, который очень хорошо вписывается в основную, так сказать, вот всю композицию и совершенно никак не мешает постановке пальцев. То есть я стараюсь делать инструменты все очень эргономичными, потому что, играя на инструменте, который будет красивый, но неудобный для постановки пальцев, это, конечно, печально. Я видел такие инструменты и, может быть, где-то сам когда-то очень давно, не зная всех этих тонкостей, делал. Но я стараюсь совершенствоваться и с каждым годом, а на данный момент я уже 14 лет занимаюсь этим делом, можно сказать, полжизни уже. Вот, и, конечно же, сейчас будет обзор, будет музыка, я запишу ее в двух вариантах, я добавлю, вот как сейчас, добавлю ревер, да, и вы слышите сразу вот эту сочность звучания, и запишу без ревера, чтобы вы могли оценить и услышать, как инструмент может звучать в обычных домашних условиях, без микрофона, без каких-то там примочек, да, но с ревером сочность звука, и это, кстати говоря, наверное, и вас будет вдохновлять и подстегивать к тому, чтобы играть и слушать музыку на хорошей аппаратуре. Вот, ну что, записываю звучание и даю возможность погрузиться вот в эту медитативность, потому что инструмент ведь очень древний, как разные ученые говорят, что кто-то говорит, что ему 6 тысяч лет, кто-то говорит 7 тысяч лет, кто-то говорит, что 12 тысяч лет, а на самом деле никто не знает, и я тоже, несмотря на то, что давно занимаюсь этой флейтой, я не знаю, кто ее впервые придумал, когда, ну, известно, что Джузеппе Донати в каком-то там 1825 году популяризировал этот инструмент, и он стал называться окарина благодаря итальянцу, и окарина название итальянское, да, или же окарина, или же окарин, вот, это в переводе с итальянского гусенок. Но этот инструмент известен у многих народов, и каждый народ его называет по-своему. Вот друзья казахи часто мне пишут, говорят, это сасырнай, сас, насколько я помню, глинанай флейта, глиняная флейта. Ну что, прикрываем глаза, делаем глубокий вдох, маленькая пауза и плавный медленный выдох. Я добавляю немножечко сочности, эффекта. Реверберации. Тоже делаю глубокий вдох, посылаю вам свою улыбку. Вот, немножко убавлю и буду звучать специально для вас. Thank you.
Вы знаете, когда я играю, я сам бесконечно погружаюсь. Наверное, я бы не делал эти инструменты и не играл бы на них так много лет. Я невероятно кайфую. Вот честно скажу, я очень люблю этот инструмент. И как обещал вам, я сейчас сделаю запись, немножечко поиграю без эффекта, без ревера, то есть без вот этой сочности, как это будет звучать в обычных домашних условиях. Но поверьте, это тоже приятно, это тоже вызывает определенные эмоции, чувства. Ведь музыка духового инструмента, она непосредственно, если говорить там о звукотерапевтическом аспекте, она непосредственно влияет у нас и на дыхание, и на сердечно-сосудистую систему, вызывает расслабление, а расслабление у нас дает возможность получить положительные эмоции и почувствовать вкус и прелесть этой жизни так, как она есть. И переоценить, возможно, где-то какие-то моменты, на которые мы излишне так эмоционируем, так вот расстраиваемся, а поиграл на духовом инструменте, глядишь, и настроение улучшилось, да, как говорил кто-то там. Вот. И, конечно же, вот сейчас звучание, чтобы еще раз послушать, почувствовать и понять, насколько этот инструмент действительно важен и нужен для нашей повседневной жизни и для звука, самозвукотерапии. Вот. Иногда нужно продувать инструмент перед игрой, потому что и зима сейчас пришла, вот, и поиграв какое-то время, скапливается конденсат, вот как сейчас я начал играть, я чувствую, что как это делается. И, кстати говоря, приходя с улицы, если вы несли этот инструмент в рюкзаке, в сумочке своей или просто в кармане, они легко помещаются в карман, нужно перед игрой всегда продувать. Вот я сейчас не продул, и вот благодаря этому смог вам рассказать, как это можно сделать. Прикрывается свистковая часть или в себя, или же от себя. Мы продуваем и начинаем звучать. Можно бесконечно играть, можно бесконечно пробовать и экспериментировать. Этот инструмент дает возможность играть какие-то известные мелодии, но я не особо сторонник того, чтобы играть что-то кем-то придуманное. Я люблю импровизировать. Кстати говоря, пару слов хочу сказать о том, что я обучаю игре на этих музыкальных инструментах. Я обучаю своей методикой, то есть как я это сам когда-то опробовал, изучил, я собирал информацию от разных мастеров, учителей, музыкантов, где-то что-то подслушивал, где-то что-то, знаете, вот фактически стоя у зеркала экспериментировал и пробовал. В общем, если вам интересно, я не могу брать много учеников, но несколько учеников в месяц у меня занимается, и я с радостью это делаю. И сам продолжаю совершенствоваться, ну и, конечно же, делюсь знаниями, опытом и умением. Напоминаю, в обзоре была Карина в тональности фа. Кстати говоря, обратите внимание, все подписаны прямо вот здесь. Нота, это фа, и миксолидийский лад, ну и, конечно же, фамилия, имя мастера, который это сделал, то бишь моя. Если обзор понравился, палец кверху, меня это очень вдохновляет. Пишите комментарии, пишите свои чувства, эмоции, пишите, ну, в общем, все пишите, что к вам пришло во время прослушивания обзора звучания этой окарины. Благодарю мою прекрасную музу, которая сейчас находится за пределом камеры, потому что она мне помогает снимать эти видео. И с вами был я, Валентин Медведь. Подписывайтесь на канал, следите за выходом новых видео. Колокольчик обязательно ставьте. И до новых встреч. С вами был я. Всех обнимаю.